Привет. Проснулись мы с Полиной, короче, в 10 часов. Я думаю, посмотрю-ка, во сколько у меня сегодня эндокринолог. Было уже на это время, на тот момент 10:05. Я смотрю, у меня эндокринолог на 10 часов. В итоге сейчас 10:30. Я в прошлый раз только спустя час после моего времени попала к нему на прием. Сейчас вот хочу посмотреть, если мало народа будет, может, сегодня примут. А если нет, то пойду в магазин и домой. Ну, это капец, если честно. А думала, что на 1:30 по одной простой причине. Потому что на вчерашний день меня записали, были на час. А потом, говорит, еще на 1:30 есть. Я говорю, не, на понедельник не надо, потому что линейка будет. Ну, и в итоге на вторник переписали. Но уже на 10 утра. Думаю, зашибись. Зашибись. А так, если сегодня не попадаю, значит, все. 9 числа, только в 9 часов утра я пойду. Ой, блин, Клуша. Я уже в лифте. Сейчас пойдем пытать удачу. Все, я уже возле дома. Короче, попала все-таки на прием, но не было реактивов, поэтому анализы мои не готовы. Сходила в магазин, по дороге шел дождь, а возле нашего дома солнце светит. Короче, сейчас, наверное, дождь лупанет. Так что сейчас пойду домой, покажу вам, что купила. Да буду дальше делать свои дела домашние. Итак, что я притащила? Короче, купила чипсы, Полине читос, яблоки, печенье и колбаса. Все. Сварила сегодня колбасу домашнюю. У нас еще оставались макароны. Поэтому утром Полина ела 2 яйца и макароны. Ну и Денис доварил колбасу, которую я начинала варить. Так что вот сейчас отдам ей чипсики. Вынесла я тут на улицу свою красоту. Фотографировала эти губы. Фиолетовое все крашу. Блин, трындец какой-то. Все то полосы какие-то, то еще что. Вообще сложно фиолетовый красить. У нас на улице шикарная погода. Этот тут топчется возле меня. Я вырвала сирень. Супер. Вкусно пахнет, она молоденькая. Очень классный аромат. А фиолетовые, кстати, у меня губы красятся. Почему? Потому что добавила, короче, 2 вида колера, и один просто отстоится. И потом он такие полосы дикие дает, прям трындец. Поэтому я больше так делать не буду. Красота, красота. А мне болела голова дико, поэтому я легла, короче, как пришла, и спала. Поспала немного, и все, вроде голова прошла. И сижу тут, этой веточкой наслаждаюсь. Я что-то не догоняю. Тебя застали с поличным, да? Ты офигел там лазить? У меня пришла лаком покрыть эти губёшки. Короче, блин. Это прям больная какая-то тема с ними, не знаю. Как-то все накладывается так странно. Вроде неплохо смотрится, но, блин, в реальности, конечно, капец. Короче, мучаюсь я с ними, мучаюсь. Денис переложил печенька. Мы ели печенье, пили кофе, чай. Ну, короче, целый день вот такой вот всякой. То так, то сяк. Я, короче, занимаюсь только вон покраской. Вот, несколько идей еще начерпала себе в интернете. Ну, цветов несколько, так скажем. Вот, в какой цвет можно что покрасить. И в итоге то крашу, то лаком покрываю, то фоткаю. Короче, занимаюсь своим вайбером, занимаюсь соцсетями, выставляю это все в интернет, туда-сюда. Изделия продаются сейчас, естественно, ну, как бы поменьше. Потому что обычно вот говорят, что до 8 марта, ну, как бы все круче идет, а дальше уже все меньше и меньше. Ну, как бы. Потом оно начнется нормально, потому что как бы дни рождения и прочие какие-то праздники тоже есть у людей. Но обычно лето, так как разъезжаются, то особо люди этим не заморачиваются. Поэтому обычно те, кто подобное делает, те же свечи, гипс и прочие, они говорят, что лето — это наше время, грубо говоря, творить. И потом самое главное, пока вот есть погода, это все высушить. И тогда, ну, когда есть готовые изделия, блин, уже только сидишь, продаешь, когда у тебя есть заготовки, когда у тебя есть крашеные какие-то изделия, но тоже не особо хочется собирать и устраивать какой-то склад. Ну, поэтому я стараюсь сразу по факту все это фоткать и продавать. Поэтому
Вот так вот. Так что сейчас покрою лаком. Надеюсь, вот эти вот полосы, вот это вот все уйдет, иначе я просто буду перешлифовывать. Потому что, ну, я не знаю, что с ними делать. Вверх был здесь нормально, сзади был какой-то капец. Пришлось снова все перемалевать. Все изделие. Ну, это капец вообще какой-то. В итоге не знаю. Сейчас посмотрим. Замазала весь стол. Сейчас буду тоже оттирать. Ну, не знаю. Все бывает. В первый раз. Первый раз я с подобным мучаюсь. Обычно нормально покрыла, покрасила, все, капец. Ну, погрунтовала, в смысле, покрасила, лаком покрыла. И капец. И, короче, я сейчас покрою вот это лаком и пойду, наверное, смонтирую влоги. Я офигела в последнее время, как у меня подскочили просмотры. Спасибо всем тем, кто ставит и лайки, и дизлайки. YouTube, ваши дизлайки, лайки, ну, как бы, он воспринимает просто как активность, а не как дизлайк, и я должна от этого умереть, прям, что вы мне тут диз поставили. Мне, честно, все равно. Я смотрю на просмотры, а не на то, как вы там реагируете, потому что, ну, блин, это моя жизнь, и вы в моей жизни тоже, знаете, дизлайком, ну, как бы, не исправите какую-то ситуацию, либо не навредите как-то мне, поэтому мне все равно. Короче, фигня, все, красим, 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 губки красим. Этот мухоловка, там все крутится. Покажи, что ты там вылепила. Поставь вот сюда, получше, чтобы было видно. Ну-ка, что это? Вот это гнездо, это белые яички. Вот это деревко, это листочки зеленые, это две птички, а это божья коровка, а это травка. А это офигеть. Травка. Ну, в ней играть можно, она даже сдвигается, снимается. Трындец. Такой мелкоты вылепить, я в шоке. Вот. Офигеть. Можно играть в нее. Еще и летают птицы. Очуметь. Офигеть.